Спайк, пожалуйста, плесни мне чего-нибудь. Чая или кофе? Кофе. Черный или с молоком? Черный. С сахаром или без? Забудь! Просто принеси мне воды! Теплой или холодной? Холодной! Из крана или из фильтра? Любой! Полный стакан или наполовину пустой? Спайк, ты хочешь, чтобы я тебя покалечила? Магией или копытом? Это шоу, однако говоришь о нем ты буквально каждый день, и тебе совсем не лень. Этот путь не ясен, к стаду ты примкнуть согласен. Передача для детей, как ты гордишься ей. Подумай головой, мультик розовый.